И вы хотите знать, где самые дешевые цены на то, с чем вы можете работать. А это электро- и бензоинструменты, а также велосипеды. Кстати, очень хорошая тема – велосипеды. Потому что у нас город не сильно большой, так 12 километров с севера на юг. И в принципе, ездя на велосипеде, вы можете также все это дело проехать с той же скоростью, что на машине. Особенно в пробке. Когда-нибудь я вам это дело и продемонстрирую. Почему я все это дело рассказываю рядышком с Академией инструмента и с магазином «Веломир», который располагается на проспекте Ленина, 121? По одной простой причине. Дело в чем заключается? Сегодня и сейчас два подразделения существуют. На Карла Маркса 194 и на Ленина 121. Так вот, сегодня и сейчас Академия инструмента, так же как и магазин «Веломир», не снимают. Они работают для вас. То есть. Сейчас объясню ситуацию. В городе очень-очень много магазинов, которые вам предлагают электро-бензоинструменты. Их очень много, в действительности, очень много. Вот. И, как правило, у каждого из этих магазинов есть места в аренде. А по сути, они все в аренде сидят. Сейчас я вам объясню. Аренду платите вы, господа мои. Вы, а не они, понимаете? То есть вы приходите, покупаете и платите аренду. Вам это надо? Все то же самое есть и здесь. Так вот, давайте зайдем и посмотрим то, что нам сегодня необходимо. А нам сегодня что необходимо? Нам сегодня нужны бензокосы и, естественно, велосипеды. Хороша, конечно, аренда. Но только для того, у кого есть квартира, либо другое место. Просто от нечего делать он получает результат. Я также залазил в аренду, но я спрыгнул, как только понял, что с нового года буду платить в два раза больше. Спасибо, не надо. По сути, не я бы платил, платили бы вы, мои дорогие горожане. Потому что аренда включает в себя ценник. Чем выше цена, тем больше вы платите. Теперь такой цены нет. Плавно и спокойненько магазин «Академия инструмента» и «Веломир» приехал в свое место и больше никому не платят. Так вот, самый дешевый, самый правильный вариант, который вам предлагает «Академия инструмента». Мы начинаем со слова «электро». Электрокосы, электротриммера, электропилы и электрокультиваторы. По сути, вам вот это и больше-то и не нужно, если у вас есть все с электричеством правильное. Потому как КПД такого двигателя это практически 100%, в отличие от 30 бензо. Вот. Хотя бензодвигатели здесь тоже классненькие. То есть просто берете обыкновенный удлинитель, берете его, кстати, тоже здесь. Это также недорогое удовольствие, если надо будет купить 3 удлинителя. По одной простой причине. Вот, электрокосы, электробензоинструменты весь, он не тратит бензин, вот, а все остальное тратит. Поэтому поверьте уж, лучше два раза купить нормального удлинителя до 100 метров, и этого достаточно будет, 100%. Косит он также хорошо. То есть абсолютно никаких проблем нету. Вот. Ничего с ним не делается. Вот. Но если что-то случается, приезжайте сюда, вам все это здесь сделают. Ну, понятен результат. Работая с нормальным телевидением, можно раскрутить любое место. Но Академия инструмента, как и «Веломир», работают и получают результат. И вот, нет и аренды, и честно, можно с большим энтузиазмом показывать к вам, как все это можно использовать. Вот мы вам показали, как работает электрокосилка, а как работает бензо. А пожалуйста. Сейчас я вам расскажу, и пожалуйста, вы подумайте о том, кто вам там по ушам проезжает. К слову о Китае. Мне Китай очень нравится. 2 миллиарда населения. 2 миллиарда, не 135 миллионов, а 2 миллиарда. Мы там такая маленькая прослоечка. Вот. Естественно, Китай делает отличную технику. Также у меня есть и американская техника, она крутая, но тем не менее она также ломается. Также мне приходится ее разбирать, также приходится делать, поэтому не надо рассказывать о том, что Китай делает плохо. Абсолютно нет. Китай делает очень хорошо. Другой вариант, кто-то в Китай возит. Кстати, здесь в Академии инструментов не только Китай есть, также остальные вещи то же самое. Вот. Как Китай завозит? Сейчас продемонстрирую. Вот просто при мне это сделали. Так, берем. Так заводим. Все. И вот мы вам покажем, как он работает. Делать все очень просто. Он завелся. Вот. Берем ее. Вот так вот ставим. И свободно косим.
Вот, собственно говоря, и все. Чем это не то, что вам необходимо? Конечно, если у вас нет электричества дома. Хотя, с другой позиции, если вы куда-то там поехали и хотите делать так, как я, то почему бы и нет? Замечательные бензоинструменты есть в Академии инструмента. Отдельная часть велосипеда. Отдельно понимаешь, что здесь все заточено. И даже если где-то косяки вылетают, то любой косяк ремонтируют здесь. Я как-то привез сюда велосипед, которому сейчас исполнилось 45 лет с небольшим. Сделали? Вам понятен результат, а? Для этого, пацаны, я сбросил вес. Пацаны и девчонки. Если бы во мне было 115 килограмм, как до операции, я бы на него не смог сесть. А сегодня во мне 98, ну даже 95 килограмм, и это очень хорошо. Я бы постарался вес бы сбросить, но это не есть фактор того, что все будет хорошо. Лучше вот придерживаться этого веса. Это, конечно, очень крутая штука, и рано или поздно я себе такую же штуку куплю. У меня есть велосипед. У меня есть замечательный спортивный велосипед. Харьковский. Понятно, откуда, да? С Хохляндии. Вот. Вот догнать его невозможно, по сути, по одной простой причине. У него слишком большая, получается, передняя, вот эта ступица большая. И задняя маленькая. То есть догнать его очень-очень сложно. Но, тем не менее, вот такая штука была бы для меня хороша. По одной простой причине. Здесь 21 скорость. То есть 3 спереди, а у меня только 2. Вот. И очень-очень много сзади. Вот. Плюс ко всему, здесь дисковые тормоза. Вот это задние. А вот передние. Представляете, да? Какая красота. Какая замечательная. И самое то, что нужно. Вот. Самое то, что нужно. Передняя вилочка на амортизаторах. Видите? И задняя тоже на амортизаторах. То есть вот это то, что доктор прописал. Цена, конечно, ну такая нормальная. Не сильно большая, примерно так $300. Чуть-чуть с небольшим. Но какая красотища-то! Так что приходите, посмотрите. Эту вряд ли вы возьмете. Хотя, может, и возьмете. Я не говорю о том, что сюда приходят люди без денег. Естественно, может такую штуку купить. Кстати, на такой штуке можно ездить везде и всюду. Потому что еще и усиленная рама есть. Крутизна, да и только. Я бы вам все это показывал, но проблема со временем. Мы и так уже перебрали результат, а жаль. Потому что здесь сюжетов хватит не на одну передачу. И про веломир, и про электротовары, и про бензо. Но радостью своей мы с вами поделимся по полной. Ну так вот, ценники приятные. Кстати, велосипеды тоже хорошие. Вот. Адрес и телефон прямо за моей спиной. Адрес, естественно, проспект Ленина, 121. Другой адрес примерно тут же располагается, до Карла Маркса доедете. Ну, чуть-чуть дальше. Это вот, рядышком с Борисом Ручьёвым. Карла Маркс, 194. Все то же самое для вас и есть. И возникает дивный вопрос. То, что мы вам показали, это круто. А есть остальные вещи. Так вот, в связи с тем, что мы сейчас долго и будем... надеяться, плодотворно будем работать с Академией инструмента, мы вам все это дело и покажем. Как и то, на что вам необходимо будет обратить внимание. То есть никогда, никогда не покупайте бензопилы, кто бы вам это не предлагал. Потому что такое часто случается. Если вы хотите качественный результат и нормальную цену, то приходите только сюда.